Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня получила ссылочку с Алиэкспресс. Сейчас посмотрим. Шла, по-моему, месяц. Да. Сейчас мне не к спеху, это купальник. Нашла просто приемлемую цену. Вот, и заказала. Купальники у меня есть. Они не рвутся, не трутся, только имеют способность линять. Да, это будет свеженький купальник. Я голубой показывала, ну, купальник одевала на пляж. Но я его более-менее берегла. Он с блестками, такой красивый. Вот, и этот буду одевать. А почему линяют купальники? Купаюсь часто. В воду зашла, вышла, обсохла опять, а он линяет купальник. Ну, сейчас посмотрим. Распечатаю. Этикетку положил какую-то. Thank you. Спасибо. Так, там были тоже голубые, красные и розовые. Я взяла розовый. Этот купальник будет мне новогодним подарком. Самой себе любимой под елочку положу. Я смотрю, очень яркий, хороший цвет. Они любят еще двойное, я всегда убираю. Вот это двойное спереди. Двойной материал, он мне не нужен, так как я плаваю, оно только не сохнет. Плавочки такие. И бюстгальтер. Так, хороший. Я беру тоже, вот чашечки тут какие поролоновые. Я вообще не люблю с чашечками, потому что тоже покупался и обсыхает плохо. Так, сзади просто на завязочках. Здесь он шов, хорошо будет держаться. И завязка на спинке. Подкладочка, что-то придумаю, чтобы без подкладочки, чтобы мне быстрее сохло. Ну, это такое дело. Как я шью, то это мне мелочи что-то подделать. Ну, вроде все нормально. Вот такой купальник. Ссылочку я оставлю. Может, кому понравился. Хотя там много, зайдешь по ссылке, если на Алиэкспресс, там много чего другого можно выбрать. Лайкра хорошая, тянется, все хорошо. Померила купальник я. Так, все нормально село, только что. Вот сзади на спине, на шее, завязки на шее могут остаться. А здесь я просто сделаю застежку. Я, вон она. Узлом завязывать я это не люблю. Сделаю застежку, я умею. С какого-то старого купальника возьму, пришью, и будет мне хорошо. Чашечки вынимаются тут, оказывается. Вот, вот. Здесь дырочки, чашечка вынимается поролоновая. Она мне совсем не нужна. Ну, пару раз вначале, может, с чашечкой пойду, а потом и вытяну. Она только мешает. Вода в ней не высыхает, и все. Ну, в плавках тоже все нормально, только вот эту подкладку я уберу, она мне совершенно не нужна, для чего, она не знает. А так все нормально. Плавочки хорошие, хорошо, не пахнет, пошито хорошо, как говорят, нитки не торчат. Спасибо, что смотрели мое видео. Желаю вам интересных и хороших покупок. И всего самого доброго. До новых встреч на моем канале.